Уровень заболеваемости наркоманией в Чувашии за последние 4 года стал ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом в России. О том, как удалось этого добиться и предстоящих задачах, говорили на заседании Республиканской антинаркотической комиссии при главе республики. В прошлом году на выполнение мероприятий под программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ было выделено более 272 тысяч рублей. О положительном эффекте свидетельствует статистика. Распространенность наркомании снизилась на 10,4%, заболеваемость наркоманией на 11,8%. Число наркозависимых, находящихся в ремиссии более 2 лет, возросло на 5,6%. Уменьшилось число потребителей без признаков зависимости более чем на четверть, в том числе несовершеннолетних, на 46%. В минувшем году выявлено 858 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В разрезе муниципальных образований необходимо акцентировать внимание на районах, где на фоне снижения количества выявленных наркопреступлений увеличилось число лиц, поставленных на наркологические учеты. Михаил Игнатьев поручил усилить профилактическую работу среди молодежи, обратив особое внимание на то, что в местах массовых гуляний иной раз возникают стихийные кальянные на природе. На заседании обсудили и меры совершенствования межведомственного взаимодействия медучреждений, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.